Все наши предки защищали Россию, мы защищали Россию. Теперь ваш черед ее защищать. И служить в армии – это не значит, что вы идете сразу на передний край. Вы идете для того, чтобы подготовиться к защите страны. С таким напутствием Алексей Валов, как председатель районной призывной комиссии, обращается к каждому призывнику. Потенциальные кандидаты пополнить ряды вооруженных сил страны очень разные. Одни уверенно заявляют, что готовы идти служить, другие вообще с трудом представляют себе, чего хотят от жизни. Армия воспитает, сознанием дела, говорят офицеры. А еще они отмечают, что многие из тех, кто знает, что хочет, намерены сначала получить образование и уж потом на службу. Таким на время обучения предоставляется отсрочка. Весенний призыв проходит нормально. Сегодня мы практически завершаем, но он будет длиться до 15 июля. Вот. Сегодня было отправлено на областной сборный пункт 65 человек. Видел высокую организацию и, в принципе, призывом доволен. Те, кто свой гражданский долг перед Родиной уже выполнил, возвращаются с необходимым опытом и хорошим настроением. Алексей Валов пообщался с недавно демобилизовавшимися бойцами. Оба жители Щелково проходили службу недалеко от дома, в Подмосковье. Георгий Мельников в дивизии особого назначения Росгвардии в Балашихе. Илья Панкратьев в учебном центре ЖДВ в Загорянке. Армия привела мне дисциплину, дала большой опыт военный. И кардинально поменяла планы на мою будущую жизнь. Я хочу сказать спасибо Андрею Воробьеву за дисциплину в московских частях, в московных. Благодаря армии я получил бесценный опыт для дальнейшего устройства жизни. И поэтому хочу выразить благодарность главе Щелковского муниципального района и губернатору Московской области за предоставленную возможность. Благодаря им организовался призыв в Московской области и Щелковском районе. Сейчас видно, уверенные люди пришли уже на землю для того, чтобы дальше учиться, работать, созидать семьи. И делать будущее России, за ними же будущее. Защищать Родину – обязанность каждого уважающего себя мужчины. По плану Щелковского военкомата, ряды вооруженных сил в рамках весенней призывной кампании 2018 пополнят 240 человек. Призыв завершается 15 июля. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».